снова Виктор AVAGM. И это ручалка для вас от JazzPunk. В ней снова вы видите базовые элементы, ничего сложного и небольшая связочка. Поехали. Значит, начнем с обычных шагов вперед, с правыми. Раз, два, три. То есть три шага вперед, с правыми. Идем на бедра, расслаблены, работаем плечами, походка, все как надо. Раскитяем. Работаем руками в этот момент. Левая рука заходит в правую руку сверху. Тянем до правого плеча, потом вниз моим телом. Пам-пам. Нога вперед. Пам-пам. Так, шагаем. Пам-пам. Окей? Делаем раз, два. А на три ставим руки на поясницу. Пам. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. И раз, два, три. Раз, два, три. Локти вперед, плечи вперед. Покажите палец. Раз, два, три. Главное тело. Сделаем третий счет. То есть, да, мы делаем с правой ноги, с правой руки. Сделаем три. А на четыре у нас есть шаг левой ноги, а руки по бедрам спускаются вниз с прямой спиной. Вниз и вот так делаем. Вниз и здесь оп. Вот здесь оп. Локти вперед, плечи, тело сзади, таз вперед. Еще раз, ноги спеша сначала. Раз, два, три. 4, 5, 6. На пятый счет можно добавить голову, взмах головой в любую сторону, в какую вам удобно. Правая, либо левая. Давайте еще раз спеша сначала. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ставим шестой счет, четвертый. Теперь правое плечо. Пам-пам, пам-пам. Два удара вниз, акцент. Раз, два. Сели и прыжок небольшой зафиксировали. Хоп, пам-пам, хоп. Сначала не спеша. Ровно восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь давайте сделаем несколько раз под музыку. Давайте
С вами был Виктор Джим и Just Fund специально для вас.